Всем привет! Сегодня обзор простой функциональной программочки Blossom для бесплатного просмотра ТВ-каналов на Android-устройствах. Blossom. Программа очень простая и функциональная. Вот уже сразу здесь разбивка идет по странам, что не вперемешку, все тоже очень хорошо. Европейские каналы есть. Бывшая соцлагерь, вот Украина, Белоруссия, Германия. Ну, если вот Россия посмотрим. Также, что очень хорошо, присутствует ТВ-программа. На каждый канал можно посмотреть программу. Вот что идет, будет. И работает программка очень шустро. Но реклама, конечно, присутствует в ней. Естественно, разработчикам надо как-то зарабатывать. Так, допустим, и разбивка по категориям идет. Все каналы, кино, спортивные, музыка. Ну, давайте вот посмотрим, как работает кино, допустим. Подборка всех телеканалов с кино. Ну, вот любой включим. Вот работает, загружается шустро. И сразу же здесь можно сбоку перематывать. Лучше, конечно, вот аэромышью, но работает и со стандартного пульта. Вот ТВ-1000. Все работает. Видите, как быстро очень все переключается. Очень каналов, очень много. Качество, в принципе, идет отменное. Извините, у меня камера, конечно, плохо это все отображает. Но я не буду много показывать их кино. Вот видите, как видим, все переключается. Ну, реклама, конечно, присутствует, но не до такой же степени. Ну, дом кино. Все программы, очень быстро работает программка. Если по настройкам, здесь, в принципе, ничего, выбор плеера только и все. Плеер встроенный. Можно и сторонним пробовать. На каком устройстве будет лучше работать. Вот. Быстро все переключаются, все каналы. Ну, посмотрим, если спортивные каналы еще. Кино ТВ, да, сейчас. Кого интересует. Спортивные. Да, можно добавлять в избранное. Все каналы, какие есть, плюс, и добавляются в избранные каналы. Вот бокс. Вот как быстро все грузится. И все спортивные тоже. Очень много каналов. Все рабочие. Матч-игра. Ну, я долго не буду, а YouTube может это все заблокировать. Да, вот добавляется все, в принципе, очень удобная, простая, функциональная, рабочая программа. У меня стоит на ТВ-боксе, но также подойдет на любой, на смартфон, на смарт-ТВ под управлением Android. Программа доступна в Play Market. Ссылочку на скачивание я оставлю. Вот такая интересная функциональная программа. Спасибо за внимание. Пользуйтесь. До свидания.